Всем привет, с вами Прия. Сегодня, собственно, вторник, как я уже говорил, 23 мая. И это день, когда мы получили 37-е знание об артефакте. И ясное дело то, что при получении нового знания мы идем проходить рейды со зрителями. Это ЛФР, нормалы и ХМы. И обычные мифик нули. С целью получения силы артефакта. На самом деле очень большое количество силы артефакта. За сегодня я получил около 600 миллионов. Это очень серьезно, между прочим. Так вот, мне упала легендарка. Это 15-е, поэтому сообщение, которое висит сверху касательно легендарок, можно, если честно, уже исправить. И написать вот так вот. Так что, как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше, ну и, разумеется, самых качественных легендарок. Вот. А теперь мне осталось полутать всего лишь две легендарные вещи на Arms Spec. Это будет 16-я легендарка в виде перчаток или ног, и 17-я уже конкретно недостающая. Всего вам хорошего, до скорого!